Доброе утро! Начался пост, поэтому у нас сегодня будет готовиться определенное блюдо. Это картофельные котлетки со спагетти из цукини и помидорок. Но, кстати, котлеты мы с вами не будем готовить, у нас есть полуфабрикат. Сразу же займемся котлетками нашими и поставим их в мультиварку на тушение. Добавим немного масла и воды. Тушение. С помощью регулятора установите время приготовления. Начинается приготовление. Лев, как настоящий шеф, пошел заниматься своими делами, оставил меня на кухне, потом будет пробовать результат, а мы с вами займемся нашим гарниром и постигнем азы молекулярной кухни, сделаем спагетти из цукини. А теперь мы будем делать пасту из цукини, то есть у нас превратится наш кабачок в макароны. Простым движением, если у вас есть такая штука. Вот такие замечательные макарошки получаются. Это идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой или хочет похудеть. Калорий здесь практически нет, зато на вид самые настоящие макароны. Мы отожмем наши кабачки, наши уже спагетти, от избытка жидкости немножечко через силу. А теперь почистим и порежем наши помидорки на две части, так как они маленькие. Если вы будете использовать покрупнее помидорки, то режьте их до размера, который может поместиться в рот. Вообще помидоры могут украсить любое блюдо, если они вкусные и ароматные. А если, как обычно, зимой со вкусом травы и без запаха, то только внешним видом украсят ваше блюдо. А теперь почистим чеснок. А теперь наши макарошки. У-ху. А теперь соль по вкусу. Перчик. И соевый соус. Вот уже на вкусный запах прибежал лев. Главное в этом деле не пережарить наши макарошки, не перетушить, а всего лишь 5 минут им нужно для этого. Вот такое красивое блюдо у нас с вами получилось. И самое главное, что оно постное. Я напомню, что на кухне для вас сегодня старались Оксана Хикматуллина и Лев, а за кадром был оператор Константин Фролов.